Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Хочу вам показать мою законченную полностью книгу Ханны Карлсон «Рассветный час». В таком она у меня убогом состоянии, но для меня эстетика как бы не особо важна. Для меня главное — это результативность и итоговый же результат, что, в принципе, у меня и получилось. Здесь у меня кошка погрызла, да, потому что она любит это делать, которая Злата. Да, и, наверное, я не буду вам ничего говорить дальше, просто буду листать картинки и ставлю какую-нибудь музыку на видео, потому что немножко тяжело сейчас записывать видео, а там особо мне... Если я буду рассказывать о том, чем я раскрашивала каждую картинку, это видео растянется очень надолго, поэтому просто хочется вам пролистать и показать. Надеюсь, вам будет интересно. Надеюсь, вам хоть немножко понравилась какая-нибудь иллюстрация, возможно, даже две вам понравилось, вам было интересно взять какую-то, может быть, идею для раскрашивания. Вот. В ближайшее время какие-то на заканчивание такие вот толстые книги я брать не буду, потому что все-таки с маленьким ребенком не очень, так сказать, получается возможность у меня пораскрашивать, поэтому я сделаю себе перерыв в год вот в раскрашивании в таком вот в объеме. И через год, надеюсь, снова буду заканчивать раскраски Ханны Карлсон. Поэтому спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Всем всего хорошего и пока-пока.